Это видео прислал наш телезритель. Проезжая в поздний час по улице Донбасская, неравнодушный житель города Видное заметил лежащего на тротуаре мужчину и позвонил в единую диспетчерскую службу 112. Буквально через 15 минут на место прибыла скорая помощь. Да, оказалось, что этот молодой человек крепко выпивший и сам виноват в ситуации. Но ведь бывает и так, что людям просто становится плохо, и они падают в обморок, а равнодушные прохожие идут мимо. Благо, в нашем городе таких мало. В большинстве своем видновчане готовы протянуть руку помощи. Бесчеловечность – это плохо. Подойти надо узнать. Пьяный или не пьяный, нужно вызвать скорую помощь. Я всегда скорую вызываю. Может быть, пьяный просто, а может и сердце схватило. В принципе, очень такая, кипятильная тема. Все от воспитания. Пока не будет правильного воспитания духовного, нашей веры, культуры к нашей не вернуться, православию, будет жестокость, будет омертвение и равнодушие. А для того, чтобы в таких или других чрезвычайных ситуациях вызвать необходимую службу, было удобнее и быстрее, в прошлом году в Ленинском районе начала работать единая дежурная диспетчерская служба 112. Правда, до сих пор немногие знают о ее существовании. А достаточно всего лишь набрать короткий номер и объяснить ситуацию. Дальше дело за диспетчерами. Самый оперативный телефон – это 112. Сигнал поступает оператору 112, и он уже по алгоритму, который у него есть, реагирует на ней звонок, сообщает или в полицию, в скорую помощь, там пожарная охрана, милиция. В общем-то, во все службы, которые необходимы в данном случае. За время существования в нашем районе службы 112 у каждого из диспетчеров было по десятку таких звонков. Статистика говорит о том, что участливых людей все-таки больше. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.